тут выделили махсан. Махсан, ну, это типа склад, да? Ну, вообще, бытовка. Не махсан, а бытовку, так сказать. Ну, как сказать, выделили. Нам выделили комнату, вернее, а не готовую бытовку. И я вчера вот... Бытовка что должна закрываться? Я вчера вот тут вот выдумывал, как ее закрыть, каким образом. Голову тут пришлось немножко поломать. Сегодня вот провел электричество. Сейчас еще, думаю, повыше надо закрепить. Вот. Вообще это... Этот... Мамат. Ну, бомбоубежище. Будущее, так сказать. Ну и собственно, бытовка должна быть бомбоубежище. Ну, потому что мало ли что, да? Вот, натащил вчера материал тут всякого. И вот уже сделал почти стол вчера. Думал, быстрее пойдет, но с электричеством были проблемы. Вот. На высоте. Что хорошо, что не в подвале. Потому что в подвале это было бы сыро всегда и холодно. А сейчас зима все-таки на улице-то. Зима, декабрь на дворе, ребята. Ну, все равно прохладно, если несмотря ни на что, что там кажется, что солнышко и все зеленое. На самом деле, днем еще тепло, а вечером, ну, вечером холодно. Холодно просто на контрасте именно. То есть так-то, если бы это было стабильно, там, ну, вот эти 10 или сколько там, я не знаю, вечером, может быть, 15, ну, наверное, 10 даже, до 10 опускается, это было бы, ну, типа, норм. Организм бы адаптировался, а днем тепло до 20 доползает. Ну и ты такой, о, лето! Ага, лето. Зима! Вот. Короче, продолжу работать. Столярные у меня тут труды. Здесь у нас будет обед, здесь у нас будет, типа, я думаю, этот... стол для, ну, какой-то готовки, а здесь будет этот, как это называется, ну, для инструментов, а здесь типа гардероб, наверное, как-то так. Ну, еще посмотрим потом как закончу. Ну, здесь, конечно, ну, короче, как закончу еще сниму, когда уже будет готово, когда уже будет чуть-чуть обжито. Доброго дня, как это говорится, Йом Тов. Приветик, наверное, не видно, я вообще не знаю, что тут будет сейчас видно. Ну вот, короче, это я все... Ой, ни черта не видно. Кабель вот поднял, ни черта не видно. Сейчас свет включу. Ну, фокус. Короче, кабель тут поднял, чтобы он не задевал никому. Вон, рукой не дотянешься. Тут еще мусор остался. Ну так. Блин, даже со светом плохо видно. Ну вот, положил сюда подложку. Стол доделал. Вроде целый день делал. И вот этот складской отсек, так сказать, для инструментов. Ну, это типа вешалка. Такая. Рабочая, но тоже с подложкой, правда, что-то не испачкал чуть-чуть. Ой, блин, странно, ничего не видно. Ну ладно, потом, может, сниму еще. Ой-ой-ой, пока. Ну и так, для наглядности хочу показать, ну здесь уже ладно, ничего не видно. В каком мы махсане сейчас. Ну, это просто общий махсан. Ну, этот, бытовка, да? Ну, вот тут вот как-то вот так. Пам-пам, пам-пам. Короче, я думаю, я завтра приеду, еще доделаю все.
Будет классно. И завтра сниму. Пока. Доброе утро. Новый день встает. Вчера то, что я показывал ночью. Ну, не ночью, какой ночью. Но темно было, да? Сейчас вот покажу уже, когда светло. Вот, кабель тут протянул, ботиночки мне. Короче, вот, уже хоть видно что-то. А то уж вообще как-то было темно. Стол, плясать можно. Но сегодня еще сделаю здесь полки. Добавлю. И сюда еще столик сделаю. Для чайников и всяких. И всяких этих бытовых нужд. Вот. И может быть сюда сделаю скамейку. Ну вот так получилось. В общем, вот так. Доброго дня. Блин, ну темно, конечно. Ну, в общем, как-то вот так. При свете стульчики приведу. Да, совсем не видно. К сожалению. Непонятно. Да. Ну ладно. Потом сниму. Утро нового дня, утро нового года. Привет, привет. Вот я опять вышел на работу. То есть вчера вышел первый день. Короче, то, что обещал, то, что тут я нагородил. Ну вот, короче, электричество провели. Собственно, вот что получилось. Конечно, бы тут эти досочки бы помыть. Но я их так протер чуть-чуть, но... Ну ладно. Так, вот у нас тут полочка, значит, тут вот. Ничего себе, как часы интересные, да? А мы не видим это мерцание этого. Человеческим глазом. Вот столик, стульчики купили. Вот, как-то вот так. Получилось. В принципе, неплохо, мне нравится. Эти я убрал. Что они мешались, было тупо очень. Вот. Ой, это что такое? Да, ребята не постарались. Ну ладно, это я уберу. Ну все, пойду работать. Пока, доброго дня. Удачи. Удачи в новом году!